Физкульт, привет, друзья! На связи Muscle Shop. И сегодня такая у нас тема. Вопрос, чем хорош велотренажер для похудения? И вообще, можно ли похудеть, занимаясь на велотренажере? Я считаю, что велотренажер ничем не хорош, если брать именно целенаправленно, у вас задача стоит похудеть. Потому что есть гораздо более эффективные тренажеры. Тот же эллиптический тренажер, либо орбитрек, либо же беговая дорожка. Велотренажер для похудения можно брать лишь в том случае, если у вас по каким-то причинам вы не можете поставить себе домой беговую дорожку, либо по габаритам не позволяет, либо по финансам вы не вытягиваете, потому что велотренажеры самые дешевые тренажеры из этого семейства, вот из беговых дорожек, орбитреков и велотренажеров, вот, они самые бюджетные. Либо у вас не позволяет место, либо финансы, либо вы по каким-то причинам не можете стоя заниматься, то есть ходить, либо на эллипсе крутить педали. Тогда вы берете велотренажер. Если вы хотите похудеть, то вам нужно учитывать тот факт, что велосипед обязательно должен подключаться к сети. Это так называемый велоэргометр. То есть вы его включаете в розетку, и в чем фишка? То есть здесь создаются программы определенные, выбираете, и как раз вот во время занятий с программой, то есть интервальная тренировка, у вас будет как раз максимальный эффект от занятия на велотренажере. Вот только в таком случае я бы порекомендовал велотренажер. В остальных случаях выбирайте либо эллиптический тренажер, либо беговую дорожку. Эффект будет гораздо выше, и быстрее вы достигнете результатов. Причем на дорожке не обязательно бегать, а можно просто ходить. Ну, на этом все. Muscle Shop, Сергей Дятюк. Все тренажеры вы можете посмотреть по ссылочке, которая будет ниже под этим видео. Пользуйтесь промокодом. До новых встреч. Пока.